ușă, făcut un filtru, apă, cafea și multă apă. Diferă grămajele. Da, diferă grămajele și... Nu avem filtre. Nu avem filtre. S-au finalizat. Și o să, n-o să ne arăți. Aha. Dar el ne va arăta granularea corectă. Da, 30 de grame cafea, da. Jumătate de litru apă, când noi toarnem apă într-o apă, pre-infusion. Pre-infusion, 30 secunde, 60 ml de apă, ești dozarea la apă, dozarea la cafea. Metoda practică fixă aceeași ca la care vă știți. Care o cănuță pentru o persoană, i-am mers două persoane, dacă sunt sunt zilești. Poate și singur dacă fie două cănuță mai mari. Că o să mențină la două cănuță pe cam mai, iau cătare pentru două persoane. Начинали мержим пик мы маэнстри гроус, да? И как по пресса на сорта сидят, мы тоже пей. Мы немножко отпекарил, да? Textura și textura. Ce se întâmplă când macinarea este mai mășcată? Adică în comparație când ea este mai măruntă. Apa mai repede pătrunde. Gustul este cum? Timpul de extracție? Timpul de contact cu apă. Aha. Mai în chimix 3 minute, 4 minute aproximativ. Adică mai mare? Da. Timpul de când apă, adică te semină calitate finală în chimixul, da? Și ce să fie tot? Are o 60-20 minute, chimix sunt 4 minute și jumătate, 4 minute, da? Da. În jur de 4 minute să faci chimixul. Să vezi ce e cu volumul de apă? Primul volum de apă, cum cum mă granulația la babi, mult mai mușcată decât la haire, da? Adică, ele sunt atât de... Eu cum vă spuneam despre pietre, da? Da. Ele sunesc una lângă alta, da? Și pătrunul de apă trece mult mai îndelungat. Adică, cu cât ele sunt mai aproape, cu atât mai greu trece apa, da? Cu cât ele sunt mai mușcate, cu atât apa trece mai repede. Da. Și vrei să fie brusc, pentru că știu că este foarte важно tehnicul ce ai să vedeți. Полу прибрим. Зачем смачивать? Ну, ты чипа чем прием позе, да? Ты на чем удам апу, бабе, или кафе, на чипу? Зерно, если посмотреть под микроскопом, то оно как губка. Так не там прием микроскоп, да, но сейчас в гранулации следи ка... Бурета. Бурета, да, сколько респонбация. Внутри везде углекислый газ. Шина удрос газ здесь, там, корицу. Чеудай. Чеудай, да. Чеудай, если видно, как если мы не будем делать, наливать воду, то он не будет давать воде поступать внутрь, он будет выталкивать ее. Так на нас сфачим при инфузе, да, то я с респинга апа, но сипермета с мяркой инфаркой, да? Это при сильной экзист, еще он умер же мой инфаркой. Поэтому мы делаем прибрюинг, зерно становится мягким, кислый газ выходит, и потом он может заварить. Да, сфачим фачим при инфузе, финг бабель де кафе с мая, еще от баса мы и пермите апи с патронами инфаркой. Про воду. Вода должна быть хорошая, фильтрованная. А потребуется foarte bine filtrat, adică orice metodă alternativă trebuie să apa trebuie să fie una din cele mai bune. Adică alegeți să apă, dacă nu aveți acasă filtru sau chiar dacă aveți filtru, ar fi dorit de la magazin să cumpărați o sticlă de apă pentru filtru care au dumneavoastră, da? Și să rușim de apă. Și să puteți să mai provo. Получается, это свобода, чистая вода, без ничего. Апы курат фэроник, да? И она может себе присовокупить очень много всяких элементов. Я подсаташе за фортимультиэлементы, да? Да, например, там есть уже магний, да?
там. Магнезия. Кальций. Калций. Каль. Эти все свободные. Кстати, с либери. Если вода жесткая из-под крана, да? То там еще. Хлор. Магний, еще калий. Очень мало свободного места. Да, и на капа может... есть фартиря, они готовят пункт, есть либери или с... Дежа легати ко месте, кое лекари сумка на апа. Да, сумка на апа. Я сам интересно, вен питме и пуцини, один элемент для стейч. Когда апа ме курата, как я ме либер. Если чистая вода, только H2O, то это очень плохо, потому что из всего зерна, да? На капа и курата. Да. Парти курата, парти реал, дюранче. То, что можно выварить, да? Ага. То, что вываливается именно. Это то, только одна треть. И его три имиден. Да, чего? Все остальное, это всего зерна. Ага. Вот три имиден тот бобус, экстраж, да капа и фул курат, да? Да. Две трети это целлюлоза, это то, что остается. Вот это. До утрим еще черемыня было. Утрим медика синтезаза, рестор мы не было. Но одна треть это очень много. Да, утрим на саппорте. Да, 30 кручений. Это очень много. Но это все, что можно. Максимум 65. Да. Нам нужно 18-22. То есть хорошая вода, в принципе, если мы правильно называем, то мы вывалим 5%. Если вода будет очень горячая, так, то, после фарт фербинде, 100 градусов, по сути, играли, то мы можем вывалить, это не надо. Поэтому вода берется 94-92. Угу. Так, а вы, по сути, играли, мы с вашим процентом 30%. Я смотрел, нам АПА 2-0 ждал, но он за 6 играли, и как я смотрел, 6 с другой тот элемент, и как я делал мне бой, но я просто уже на чашке нас, да? Правильно сказал? Поэтому мы помогаем. Сейчас еще и гранулация этих рифов, которые готовы. Ну, где сфальшится касса, да, и дурит, да, как касса на весном фильтр, который сидит с сибук, кто для забинами мерз на магазине, ну, вот со стеку для покали, ну, фурнизора, да, 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 чем аккуратно, да, по-праски. Крем минерала. Да, да, минерала. А покатали? Ну, да, где вы где играли аряпа? Где с фальшпарацом, ори он термометру, ори так и минуту сжимать и яскать, и экзактная температура нового шасса деграде. Да, дело ферби. Минуту сжимать и держонска я скажу, что ты нового ждал, что нового шасса. Так, на весь контакт, да? Термометр.